Наносим средство для удаления грязи на загрязнённый участок. Но надо знать, понимать, что это масло все-таки машинное. Какое оно там? Так, машина. Отработка. Поэтому мы просто экспериментируем. Поэтому, да, просто пока проводим эксперимент. Ага, так, ну что, пока оставим. Чёрт, не уверена, конечно. Вот навоз и травку. Впитывается 5 минут, держим, потом смываем водой. Но при необходимости, Но при необходимости процедуру нужно повторить. С первого раза, может, не идет. Но мне кажется, вот эта полосочка стала посветлее. Здесь такая прям была явная. Была явно здесь полоса. Ну вот смотрите, идите сюда. Вот была полоса. Видно? Ну, надо сейчас это. Ну сейчас высохнет. Да. Нет, ее надо смыть водой. Но явно я хочу сказать, вода, что смылась. Смылась, да? Смылась. Ну, сами производители говорят, что при очень сильных загрязнениях процедуру надо повторять. Смотрите, смылась совсем все. Да. Вот, да. не видно вот этих вот, да, граней. Не видно, вот она осталась, вот полоса. Ее еще, ага, нужно подтереть. А вообще, смотри, смылось все. И буду я. Любых пятнах, любых. Вот какие только. Ну ты вот он вот о чем говорит, да? Когда мы с рождения такие, да, вот уже вот приложились, и все, теперь для симметрии. Теперь там, надо туда, туда. Да. Ну, в принципе, все, я думаю, что можно. Какая прелесть, а? И как мы делаем? Да. Ну это да. Красавица. Вообще чудо. Я рада. Ну вот, смотрите. Да? Реально работает. Если мы еще раз повторим эту процедуру и потом уже помоем, то будет одно белое пятно. Да. Нет, смотрите, вот реально смылось. Смылось. Ну, красота. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас прям хочется еще его вот полотенчиком пройти. Да, да, подсушить, да? Полотенчиком, да. Ну, прогуляемся высоко. Ой, господи, он такой товарищ. Да вижу, он, вижу. Он не любит, чтобы вот трогали, что-то с ним делали. Ну, ты такой клевый, тебя хочется трогать, ты понимаешь? Да, а он по характеру такой вот. Ты очень клевый. А таких больше и хочется там. Ага.